Всем привет! Вы слушаете Алексея Халецкого, а смотрите продолжение партии за Римскую империю. Сделаем Римскую империю великой снова в Old World, в древнем мире. Подробности в первой серии, ссылка на нее в прикрепленном комментарии, там, точнее, на весь плейлист вообще. Переходите, смотрите. Сетевая партия, между прочим, против меня живые люди. Проверяем, как сетевой код в Old World работает. Ну и вообще, мне кажется, из последних новинок Old World одна из лучших глобальных стратегий. Традиционно спонсоры канала все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. А вам всем приятного продолжения просмотра. А я готов как бы 4 позиции показать. Я ничего не хочу сказать. Меня можно, конечно, распилить, но от этого только Рим сильнее станет. Че, кого там распиливают? А вот это вовремя. Египет? Не. Алексей Египту, походу, хочет повезло вторгнуться в Грецию. А вот Египет, не знаю, что там сидит. Ну да, армия подросла. Стоило мне усыновить какого-то ребенка, так он сразу упал с дерева и умер. Окей, это неплохо. Короче, ты в черном списке органов опеки. Да, реально напал. Нормальный наместник, кстати. Видите, он этим уже походил. А, он все-таки хочет. Ну, окей. Ну, это и вывело. Ну, а что, типа... Тут, ну, это чисто из... Я не знаю, как там у грека, но просто вот тут получается, что эти города... Это эти ко мне, а те к... Египет, тот к Вавилону. Пину, там, Риму, какой-нибудь, ну, армия тут. Тут по-другому не получится. Если места, все города нет отдать Риму, тогда это будет очень плохо. Придется побеспокоиться хотя бы об одном городе. То есть предлагаешь нам часть греческих городов забрать? Ну, я не знаю, ну, что тогда... у вас. Тут у нас получается, у него 3 города просто стоят в нашу... Ну, короче, ему сложно их охранять, сложно к ним подводить юниты, и они просто к нам. Посмотрим. Короче, просто печаль. Это правда. Расположение у меня такое, помойка прям. Блин. Больно. Да, приказов, конечно, на все не хватает. Ну, два юнита... Один юнит я потерял, он 2. Я так понимаю, что ты только у меня будешь сопротивляться, а не у Вавилона. Так, а вроде Вавилон не воюет с Грецией. Пока. Сейчас, да, следующим пока ходом будет. Ой, фатал ерор. Ну, по идее, у меня должен автосейв как раз в конце этого хода. Ну, короче, у меня крашнулся. Лёш, не забудь там таймер запустить, ладно?
Да. Паника. Так, я думаю, надо слонятину завалить сначала. Ну понятно, да? Ну это он как-то совсем тут юнитов не жалеет. Конный лучник-наемник, зашибись. А, тут налет у нас. Возглавить преследование зороастризма. Так, колесо со спицами открываем. А что мы сейчас только что открыли? Фиг знает. Фалангу, что ли? Фалангу, по-моему. Священная война, паломничество. Нет, пока ничего не хочу. Все семьи, но зато христианство плюс. Да, давайте, наверное, хотя царица бесплатный закон догматизм. Точно, вот это давайте выгоним зороастризм полностью. На самом деле, если бы не напал Рим, я бы не стал бы нападать, но надо же как-то баланс удерживать. Да-да-да, конечно. Ты сразу, следующим же ходом сразу нападение, вообще не готовился. Так все было для защиты подготовлено, мало ли что. Так и у меня для защиты. Я если бы не напал, Греция бы на меня напала и не было бы Рима больше. Я даже, у меня даже вот есть тут две точки, откуда он готовил на меня нападение. Никея и Тарсус. Что-то таймер, кстати, очень длинный. А как у вас воюется? Ну, типа, нормально, я имею в виду? Ну, как в Циве примерно, вот так же выглядит. Я не знаю, как насчет фасткликов. Нету ощущения. Ну, выглядит как в Циве. А вы знаете, как переименовывали города? Что-то я не вижу ни одной возможности. На город нажимаешь, там справа будет на плашечке перо. Право. Наверху. Ну как? На город нажимаешь, наверху плашечка, типа. Да. Какие? Ну, там перо. Она просто справку открывает, это плашечка. Ну, и наверху. А, вот, там есть, типа. Такая, а, там типа перо, там такое. Да, да, да. Что, да.
Перо под ребро. Так понимаю, армии больше у Греции нету. Туда перебросим. Подавление восстаний иудаизма. Иосиф, хороший генерал, давайте. Кстати, а где у нас Савл? Между прочим. Ну, как раз. Блин, вообще я его как генерала взял. Ладно. Надо бы, наверное. А, вот где у меня появился. Блин. Я его не видел реально. Думал, вон там у меня появился дополнительный слон. Ну, помните, событие было давным-давно, правда? Так, я могу уже тут домик строить? Могу. Сюда давайте. Ну. Так, слушайте, я бы попробовал все-таки этот построить. Акрополь. А, следующим ходом. Где он строится? На холме он требуется. Что, нам рудник заменить? Я ж могу не только в этом городе. Где у нас холм не занятый? Ну, вот тут надо где-то. Могу я, например, вот здесь его сделать? О! Культура достаточная, холм пустынный, как раз где я ничего не могу строить. Следующим ходом надо будет. Блин, классно тебе, Вавилон, у тебя укум. Вообще никакого сопротивления. А он типа к тебе все, что было, подвел, да? Ну, видимо. Нет, ну это тоже логично. Если он видит, что нет шансов, то что тут лишних тратить юнитов? О, у меня хорошие отношения теперь с христианством. Отлично. Ну-ка, если запытку возьму, чтобы дальше видеть. Ну, тут, походу, мы этот город мы заберем. Yeah.
Блин, какой-то распил Греции. Разумно. Походу Греция все-таки уйдет просто. Угу. Так, да, совершим пожертвование, наверное. Законы одинаковы для всех. Там тем более старушка какая-то, надеюсь, умрет. Так, Тит тяжело и надрывно вздыхает, и вы понимаете, его смерть близка. Почувствуя, что вы почти потеряли надежду, посол Клодия подходит к вам и рассказывает местную притчу. В ней рассказывается о героине, которая спустилась в мир мертвых, чтобы спасти своего возлюбленного. Клодия внимательно изучила ее и готова перевести ритуал из нее, но эта дорога вам обойдется. Нет, отказаться. Фигня, какие-то ритуалы. Ну, я думаю, что 20 приказов это дофига. Мне, в принципе, хватает. Я бы, наверное, сначала гражданство открыл. Нет, монастырь надо здесь строить. Ты своими так уникальными юнитами, Лёш, напал? Или просто мясо? Не скажу. Наверное, мифологию возьму. Грек, чем напал Рим? Мясом и одним уникальным юнитом. Вот это обидно, что ты этих славных воинов называешь мясом. Потому что кучка народу с вилами, я так понимаю. Так, я думаю... Теперь последователей христианства да, достаточно будет. Да, Никея за 3 дня. Ничего не могу сказать. Мне надо... Но за 3 дня. Кстати, я могу очистить, наверное, от... От иудаизма. Точно. Он мне тут нафиг не нужен. Так, христианство. Там от зороастризма очистим христианство. Христианство. Нормально. Не кажется, что уже таймер длинный стал? Да прям дофига, да. А, он почему-то на медленный переключился. Я верну на средний. А, подожди, или мы его как раз и переключали на медленный. Короче, я на средний переключил таймер. Посмотрим, сколько будет. Плавьте первоисточник. Видите, без всяких... ритуалов перестал болеть. Оставил эти города. Невозможно защитить, несомненно. Thank you.
Самое время принять христианство, да. О, советника я не поставил, так. Ну, герцогиню Камилу. Так, она с Клавдиями. Нормально, в плюс вышли. Отправим дары Юлия. Здесь будем монастырь делать. Хотел этот строить Акрополь. А, мне не хватает. Так, мне следующим ходом надо не забыть это сделать, чтобы не потратить ни на что. У меня, видите, уже камня до хрена. Цивиков не хватает для строительства Акрополя. Все города? Половину приказа с форумом. А так как у меня форумы, по-моему, во всех городах есть, то есть это, ну, нормальный прирост, наверное, штук 5 приказов сверху будет. Надо не забыть в начале хода это сделать, начать строить. Мавзолей. Мавзолей тоже прикольный, плюс 40% в культуре, то есть быстрее мы легендарную культуру получим. Как-то странно, у меня частично юниты походившие, а частично нет. То, у меня то же самое. Интересно. То есть он как-то сейвится все-таки во время краша, получается. Но не до конца. Но это хорошо. А это не мог компьютер походить за нас? Нет, у меня вот точно походили так, как я походил. Ага, короче, ровно в том же... Я хожу скаутом, ровно так же походил, ровно в том же месте, как я ходил скаутом, оно крашнулось. Я больше не буду так скаутом ходить, ладно. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарии. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Ой, промахнулся. Так, суд я хочу строить. И где он у нас будет здесь? Так, тут у нас будет монастырь. Подожди, а почему тут? Вот тут у нас будет монастырь. Тогда суд вот тут как раз можно. Тут суд тоже вот сюда.
Так, усмирение. Точнее, даем деньги семье. Тут можно. А, не хватает уже цивиков. Ладно. Судья. Ускорение производства проекта специалистов за деньги. Мне бы, конечно, чудо скорее ускорить. А не специалистов. Ну да ладно. Ну, ход начался сейчас. Ход прокрутился. У меня просто таймер как будто висит. Он сейчас висит или идет? Да, он висит. Вот сейчас его включаю. А, все, понял. Просто я когда закончил ход... Тут нельзя отжать конец хода, а когда я закончил ход, я не могу его запустить. Ясно. Угу, да, восхваляют христианство. Искореняем зороастризм в Кордубе. Так, новый наместник. Нет, не буду выбирать. Мы тут на Визиуме. К лесопилке и пастбищу. У нас тут нету ни пастбища, ни лесопилки. Да, давайте крепкий. Плюс один. Плюс один этот. Приказ. Ой-ой-ой. Не походил. Жителей мало вот в этом городе постоянно. Я даже не знаю, как это улучшить, хотя вроде тут куча всего. Ладно, пока казначейство, хотя это не совсем то, что тут требуется. Так, там строится, тут строится, надо сюда распространить будет. В Тарсус. Тут ждем. Так, здесь мрамор надо. Я
тут стоял, следил за Египтом, тем более меня тут не видно будет. Так, вот тут можно беремами начать плавать. Ну, я думаю, кстати, после захвата этих двух городов можно и на Египет пойти, потому что, судя по всему, у него тоже все плохо. Судя по очкам, у него и города не особо развиваются. Тем более он зороастрист. А мы к зороастристам, как христиане, не очень. У меня, кстати, в зороастризме только один город остался. Нет, три. Подожди, а какие? А, вот этот, этот. А третий? Рим. Так, изучить, мотивировать граждан сообщать о любых других интересных находках. Лучше изучить. Давайте просто лучше изучим. Изучим. Так, бесплатную колесницу возьмем. 4 агентурных сети. А я что, уже могу... Мне еще главу шпионов надо... Вот добавить 4 придворных интересно. Попробуем. Так, у нас появились красители, которых можно фабиям выдать.
Что у бедной Греции два города осталось. Хетты так хорошо на раздачу слонов пришли. Слонов? В смысле? А, ты имеешь в виду, что... Ну, я с Грецией дальше не буду. Мне тут и тяжело, во-первых. Во-вторых, надо просто на грека, на Египет переключаться. Так, он перемирие со всеми заключил. Так, тут у нас... Вот, а у греков тут еще приличная армия осталась. Чип и Дейл спешат на помощь. Возле столицы прям хорошая армия стоит. Все термопильские проходы закрывают. Все в скобках один. Он при желании можно, конечно, оплыть это все дерьмо. Так, это я Фабием отдам. А нижний тогда Юлием, я думаю. Или может этот так. Юлием лучше сначала? Окей. Ладно, для давайте меня, этот конечно, Юлием. Пощадили, но зачем? Что мне делать-то, интересно? Ты можешь выбрать себе союзника и помочь ему победить. Есть такая ачивка. Ну, это да. Среди тех, наверное, кто на тебя не нападал. Это получается... Среди тех, это типа среди Египта, да? Да. Египта и, ну, возможно, Египта. Выбери среди Египта себе союзника. Ага. Все так. О, храм гроба Господня. Кстати, давайте. О, ладно. Черт, что-то не успел походить внезапно. Что-то быстро. Да, мне кажется, в этом ходу было быстрее. Походу... Да, из-за войны, наверное, да? Да, мне кажется же, когда, типа, когда война добавляется таймер, а когда нету войны, он убирается. Да-да-да, это сейчас 3 минуты стало, видишь, все. Это то, до чего так и не додумались в цивилизациях. А, это я этим походил. Да, давайте. Культ целителя. Обезьянья лапка, что это за фигня? Так, храм два хода. Подождем. Мне когда-то несколько раз таинственный меч попадался. Сколько я не ждал от него какого-то толку? Никакого. Ни хорошего, ни плохого, в смысле, вообще ничего, да? Да какая-то странная фигня, короче. Может быть, там этот... ерунда, типа, редко какое-то событие появляется. А может, типа, надо быть этим генералом, чтобы у тебя на меч какое-то событие было.
Так, давайте, наверное, сюда. Спеца в рудокопы. Или в офицеры. Ладно, что-то в офицеры почему-то хочется. Так, мне надо вернуть галеры. Угу. Тут надо ставить. Может, немножко добавишь таймера, а то что-то маловато становится, по-моему. Так, с Египтом. Египет слабее. Ну, надо нападать на него. Чё тут? Лесопилок надо поделать. Как всегда, самый дорогой ресурс этот. Камень. Следующим ходом храм, следующим ходом храм. Странно, почему те могли перебраться, а этот не может. А, приказы кончились. Пинчуга умерла. Ну, наверное, трирема мне не нужна. Так, доктрина открыта. Учёность, я думаю, надо для агентов.
Рудник и каменоломня. Ну, в принципе, можно. А, тут не надо. У них. Так, я понял. Тут нам как раз не нужны. Что там в наших границах и так. Какие-то генералы говняные вообще. Минус к атаке. Зашибись. Нафига мне такие генералы? Thank you.
царицу. Мою царицу мучает постоянная рвота и понос. Держу вас в курсе. Может выслать ей этого активированного угля? Кицал, а ты сколько получил сейчас за свой этот караван? 2,5 косаря. А я 650. Немало, кстати. На этом пока все. Продолжение завтра. Спонсоры канала могут его поискать уже в плейлисте этого прохождения. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.